Сегодня не стало Юрия Кудельского, заслуженный артист Приднестровья и конферансье. Он более полувека посвятил культуре. Нескольким поколениям зрителей запомнился как яркий импровизатор. Он провел сотни мероприятий, был директором и главным режиссером ДК «Современник». Сейчас это дворец республики. Был режиссером и ведущим концертов оркестра МВД. Организовывал праздники для всей республики. Прощание с Юрием Кудельским пройдет в Террасполе в эту пятницу 24 февраля. В часовне на кладбище Западное. Заслуженного артиста ПМР похоронят на Аллее Славы. Мы присоединяемся к соболезнованиям родным и близким артиста.